Всем привет, дамы и господа. С вами снова Никита Блуд и вонючий носок Артур. Да, сэр. Сегодня мы проходим прекрасную карту под названием «Заброшенный мир». Нас сегодня. Ты будешь хоть это брошенное? Поехали. Поехали. Так, расскажи мне шутку. Братишкин не пидор. Да. Сука, я... Мне уже смешно. Охуенная для начала. Шутка. Заброшенный мир. Не знаю. Написано на стене сак. Да. Стой, это мобильник. Ухибает. Там что-то. Так, ясно. Закрыто? Да, значит вниз. Наебал меня. В смысле? Ах ты, сука. Тут телек есть. Ты что-то взял? Нет. Дэдди, ты что-то взял? Не понял. Так, сложно. А, слышишь? А, вот сюда. Открылось? Включи... Но. Что, ты выключил рубильник? Да. Где ключи вентиляция открыта была? Сейчас, оно само включается, успевай залазить, короче, иди. Нет. Или давай ты врубишь, я залезу. Надо же контент пилить. Нет, врубай. Иди. Сука. Так я успею. Не успеешь. Все? Да. Хуя. Сука, я не успел. Открывай, это там рубильник должен быть, я думаю. Ну, я лезу. Так, я нашел инструмент. Рубильник открой мне, ёпте. Заходи, брат. Что ты нашел? Ну да, я взял лом. Ну пизду, мать. Видимо, на низ. Как его использовать? А, или лифт. Лифт, наверное. Во. Ёп. Что, блядь, ломом лифт? Что нахуй? Заебись. Охуительно, тусовка, бля. Блять, ты видел? Нет, я... Я видел, и я бы дал подливы. Тут, видимо, была драка. Страхи начинаются. Ну да, подливка немножко была. Он налево побежала, это чудо, хуйня какая-то. Да открывай дверь, иди пробуй. Подожди, все проверь. О, комната открытая. Я нашел. Где? Вижу. Ты что там? Там на столе. Ухибает мужик какой-то. Ты кто? Я? Нихуя. А, это стелс. Походу. Ну ты доебался, ты кто? Ой, ухибать. Стелс миссия. Да? Тут. Ну блять, он... Тихо. Смотри. А, можно прям за ним. Ты кто? Ага. Ты кто? Блять. Ты кто? Да заебал, сразу направо забегай. А кто? Да блять. Он разворачивается, потом назад идет. Ты кто? Бля. Ебать, я даже не вылез, если что. Короче, я понял, рубильник открывает дальнюю дверь, куда он изначально идет. Он там, сука, еблан, спрячься по ты кто? Где? Ох, сука. Ты кто? А где? Да он доебал меня уже, ты кто? Бля, он ко мне, давай открывай. Ты ебан, спрячься. Хорошо. Тогда буду здесь. Я здесь буду стоять. Ты скажешь, как откроешь, я побегу. Ты кто? Ты кто? Ты кто? Бля, какая-то, бля, что ты за хуя? Здесь уже, не понял. Хуй знает. Вначале какая-то шутка была, что
Какой-то мужик ходит, ты кто? Ты кто? А ты кто? Блять, я хуй знает где он, сука. Все, тихо, вот он. Все, он прошел. Ну, идет типа туда. Я иду включать. Подожди. Куда он побежал? Готов? Пошел. Он прошел. Ну, туда, где дальняя дверь. Все, я включаю. Давай. Дик, включил. Да, открылось. Беги сюда. Открылось, открылось. Да когда стоит? Тут надо подсад, короче. Бля, я не успел прибежать. Короче, да, одна открывается. По фасту сделаем еще раз. Давай. Только следи за ним. Ну хорошо. Ну. Вас мной за к тебе повернулся, как раз забежал в эту комнату с дыркой. Угу. Ты кто? Не знаю. А, ты меня там снаружи, видимо, дверь откроешь. Я понял. На как вот так. Он идет к тебе пока. Такую дыреньку. Все, идет, вижу. Скайвер тогда посмотри. Хорошо. Врубай. А я тут не запрыгну без тебя, брат. Садись. Там ты должен дверь открыть, да? Хуй знает, я сейчас... Ну да, наверное. Да, вот она. Заходи. Need all players. Ждем. Здесь, походу, опять же будет это... Что? Да, может быть. Мы пропустили одну дверь. Вот, сюда. О, лестница. Ну, сюда лестница. Так. Ой, блядь, походу, реально лабиринт этот. Или нет? Хуй знает. А, нет. Ой, вот дверь. Ты кто? Закрыто. Вот, я нашел. Я другие ты двери кто? Чекаю. О! Ты кто? Я нашел даже прямой, беги. А откуда он вышел? Не знаю. Ты кто? Понял. Не понял. Я понял. Я не понял. Сразу справа он будет, не выходим. Еще должен спиной к нам идти, по сути. Наверное, я не знаю. Да. Здесь. Это прятаться комната, я понял. Это? Там не подходи близко. Охрана. Охрана. Что ты взял? Ты взял. Я взял? Ты сейчас с ним подбежишь прям. Сука. Ты ничего не взял, ты взял. Я взял? Ну попробуй эту дверь открыть. Вот эту вот. Нихуя. Бля, пошли назад тогда. А, блядь, не успеем. Все, все, не идем, не идем. Кругом? Да. Зайду еще черт такой. Че, побежали? Ты кто? Ты у тебя спали? Я Ипанько. Я уже делал. Да я... А что ты вообще взял? На что похоже? Я не понял, как это, блядь, палка, брусок какой-то. О. А, из этой двери мы вышли. Я понимаю. Не заходи в ту комнату, где он. Я не собирался. Не заходи, не заходи. Он крупно наяривает. Блядь, а что я подобрал? Не понял, какую-то палку нашел. Может быть, нам надо туда, где он ходит, да? Ты где вообще? Бля, тут нихуя не открывается. Я в этой комнате, где он ходит. Можешь заходить туда. А, вижу. Я не знаю, что это за хуйня. Я ничего открыть не могу, я не лёг. Может, тут что-то еще есть. Пиво. Пиво. Ну, что-то хуйню как-то надо открыть. Нас не зайти в ту дверь, откуда мы пришли. Я пробовал, она просто мигает и все, нихуя. Блядь, что делать?
думать надо. О! Надо было. А, мы же обратно вернулись, да? Да. Это за рубильник, что откроет? Где я? Еще рубильник. Готов? Подожди, ну давай. Как включил? Нихуя. А долго работает, мне интересно. А что он? Короче, ясно. Наверное, что-то наверху. Стой здесь, короче, тогда. Ты не сможешь один уйти. Разве? Ну, попробуй. Смогу. Ты он там. Он все равно долго включен. Но я тут, он до сих пор включен. Он без таймера, походу. Без таймера, походу. Я понял, сейчас попробую включить. А вот, открылось что-то. Все, иди сюда. Дверь открылась. Как к нему в комнату бежать, только направо. Вот. Так. Вот он. Вон, типа. Саня, Саня, проснись, ты обосрался! Я бегу от мусоров, и меня не догнать. Я бегу от мусоров, и меня не догнать. Я бегу от мусоров, да, всем спасибо за просмотр. Карта была очень страшная. Пиздец, я обосрался. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я и младший сержант Артур. Всем пока.